На сегодняшний день сводной группировкой, которая находится на месте схода скальной породы, проводится мониторинг состояния самой скальной породы, также проводятся замеры уровня воды в месте прорана и замеры толщины льда, как около, при входе в проран и выше по течению. Выше по течению толщина льда составляет порядка 1 метра, а ближе к прорану толщина льда составляет порядка 50 сантиметров. В нем также одной из проблем является то, что в этом льду заморожено дерево, которое было снесено потоком воды. И сейчас именно группировка осуществляется работы по частичной распиловке данного ледового покрова и оттягивание этих бревен всех на берег. Но с учетом прогноза, который дало Управление гидрометеорологической службы, у нас как вероятность возникновения паводковых явлений на территории Хабаровского края от 60 до 80% составляет это река Хор, река Тумнин, ну и река, соответственно, в этом году добавилась река Бурея. Совершенно верно, в районе населенного пункта Катен, и также на одноименной реки, да, река Ко является притоком реки Катен, и там производят сводной группировкой, также проводятся работы по расчистке русла данной реки. Данный залом, он препятствует прохождению весеннего паводка просто. Вода не попадет в реку Катен и, соответственно, будет растекаться и затапливать уже близлежащий населенный пункт, который находится вблизи. На данный момент времени подтопление населенных пунктов не фиксируется. Принял, хорошо. Летает, двигается в том же направлении, что вчера, но подальше. От того места мы где-то...